Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гейтман и моего творчества. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующем выпуске проекта, пост-шоу проекта «Холостячка. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего. Мне это интересно. В следующем выпуске «Как выйти замуж» будет обсуждаться тема «Обман в отношениях». Понятно, что разбираться будет рыбак, который уже, слава богу, выздоровел от коронавируса. И большинство признаются в том, что они обманывали в отношениях, но это им пользы не принесло, что легче не обманывать. И даже Григорий Решетник поделится тем, что он раньше обманывал свою жену, поскольку у него такая звездная профессия, и она часто ревновала. Напишите мне в комментариях, какой холостяк он нравился больше всего, и вообще стоит ли обманывать в отношениях или нет. Или бывают случаи, когда все-таки можно соврать, чтобы там не обидеть человека. У меня к вам просьба. Я хочу поступать на режиссера на курсы, но у меня не хватает денег. Скиньте мне просто на карточку, кто сколько может. Я буду вам очень благодарна. Спасибо. И тогда смогу реализовать свою мечту стать режиссером. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч.